Всем привет на канале. Сегодня видеообзор электросамоката Трутен. Колеса 20-дюймовые, два мотора колеса по 350 ватт, 36 вольт. Не знаю, дают ли они в итоге вместе полтора, нечем проверять, да и опыта такого нету. Тормоза ножные. Работает, по принципе, как на велосипеде, если назад наступать. Есть передние, но я ими не пользуюсь, пользуется моя супруга. Зеркальце выдвигается, на трассе можно спокойно ездить. Самодельная приборная доска. Правда, эта штучка тоже прекрасно себя показывает. И направо, и налево. Это борт запитан от двух 18650 параллельно спаянных. Отдельно заряжаю, находится питание борта вот она здесь, подключаю, отдельно ношу домой, заряжаю. Здесь же рассоединяется провод питания контроллера и мотора. Два контроллера здесь, кстати, по 36-48, не знаю, видно ли. Вот, немножко прикрыто, но понятно, что 48. 350 ватт. Но я на 48 еще не пробовал. Амортизация обычная, велосипедная. Здесь регулировка самодельная. Это уже пятая переделка, походу. Но делаем попытки. Делаем попытки. Будет видео, как он ездит по ужасным дорогам. По типу лестницы. Я так называю ужасной дорогой. Обычные ступеньки и бордюры. Сейчас покажу днище. Так устроено днище. По два краба на каждое заднее колесо. Один краб спереди. Вилка передняя обычная, но работает. И неплохо работает. Показала себя лучшей стороны. Покажу в объеме снизу. При полном заряде и 8 амперах разгонялся до 53 км в час. Других мест не было. Да и страшно, начинает плясать. Танец такой, что аж дух захватывает, черт возьми. Ставим лайки, подписываемся, пишем комментарии, ребята. Друзья, поверьте, такое транспортное средство я могу еще раз сделать. Только пожелайте. Прямо наглядно, в несколько видео, думаю, в 2-3 видео можно вложиться. Всем спасибо. Еще раз пишем комментарии, мне это важно. До свидания.